Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Вот и подошла у нас следующая серия по Fallout Shelter. Давайте заходите в убежище и смотреть, что у нас здесь с вами произошло. Ну давай, братишка, че у тебя там часовая стрелка-то не ходит, а? Надеюсь, у меня здесь все хорошо. Так, завести несколько новых друзей в пустоши. Вот так-то вот. Задание одно сделали мы с вами. И еще одно. А, нет. Это у нас крышки. Ой, елки-палки, ребята, я забыл, что у меня парень-то в пустоши ходит. Ой, он, наверное, там уже слег. Ну-ка, давайте глянем. Где он там бегает-то? Смотрите-ка, живой. Отзываем его. Сколько он будет бежать? 2 дня, ребята, 2 дня. Ладно, хорошо. Жалко мне, конечно, тратить ядер-колу. Но этот парень просто какой-то рекордсмен у меня. 2 часа, причем живой. И еще у него столько стимпаков и ротпаков осталось. Ну ты красава, ты посмотри, сколько он с собой хлама всякого несет. Он мне просто все завалит, весь мой склад. Но тем не менее, он очень молодец. И к тому же он с собой еще несет 3000 крышек. Молодец, не подвел, браток. И у нас с вами пришел новый житель. Давайте посмотрим, кто это. Альберт это у нас, да? Альбертик, смотрите, в кофточке. Но, я так понимаю, кофточка сейчас за ним не сохранится, когда мы его заведем к себе в убежище. Ну-ка, давайте проверим. Да-да-да, видите, как обычно, без шмоток он почему-то у нас. Ну, это не беда, ребят, сейчас мы посмотрим его статы и куда-нибудь его определим. А пока поднимем вот этому 12 уровень. Так, погоди, ты куда побежал? Эй, браток, стой на месте. У него, значит, П. Ну, давайте, а Пэшка у нас куда идет? Я уже все позабыл. П у нас идет для водопроводной станции. Ну, что такое-то, а? И здесь у меня, как всегда, никого нету. Что ты стоишь? Давай, иди туши, помогай. И ты, наверное, тоже иди помогай. Так, значит, П. Водонапорная фигня. Давайте мы ему оденем что-нибудь подобающее. Так, П1 это не подойдет нам. Тоже П1. Так, П2 я вижу. И П2. Ладно, давайте сделаем вот так вот, наверное. Костюм средневекового правителя. Вот так. И в руки дадим ему какое-нибудь оружие. 5-7. Да, придется вот это вот ружье ему давать и отправлять его на водонапорку. Вот сюда. Пускай бежит. Ну что вы там, все никак затушить не можете. 10 уровень. Ну, почти, надо его подхилить. Тебя тоже. Все, сейчас они потушат. И, насколько я помню, они сами разбегутся в свои комнаты, да? Если я не ошибаюсь. Оно должно быть так, по идее. Да, все, отлично, они побежали по своим местам. Так, ты куда у меня, родная, выбегаешь? А, нет, все. Этот у меня на водонапорку. Тут 7 уровень, 9-й, 11-й. Растут потихонечку. И в данный момент мы можем с вами... Погодите секунду. 440 крышек забираем. Собрать 240 единиц электричества за 1 минуту. За 1 минуту. Ну, давайте попробуем, наверное, с вами за счет... Подожди, не это. За счет ускорения. Получится, нет? Так, тут у нас успех. Давайте еще, наверное, разочек сделаем. Да что ты. Ускоряем. Только бы не пожар. Да, ёпарасете. Ну что ты будешь делать, а? Кто тут у нас? Крысы выбежали. Так, стой на месте. Ладно, пускай они пока с ними справляются там. Тут мы не успеем, ребята, с вами за 1 минуту собрать электричество. Да, в принципе, и фиг с ним, ребятушки, да? Я думаю, что лучше мы сейчас сходим с вами в пустошь. У нас там 2 команды стоит. И ждут своего часа, когда же они начнут приступать к своему заданию. А мы их не будем заставлять ждать. О, Джерих. Ну, поехали, в общем, смотреть. Я даже, честно говоря, уже забыл, какие задания. 2 дня ее не трогал, грубо говоря, игру. Так что настал момент истины. Освобождение заложников, остановить рейдеров. Вот такое вот у нас, ребята, задание. Поехали, приступим. Так, у нас большая тут карта.
ну, не особо большая. Но я так понимаю, здесь будут рейдеры. И, да-да, именно они, именно эти охламоны. Жаль, конечно, с оружием у меня не такой хороший, так сказать, как это назвать, даже не знаю, эффект, потому что оно довольно слабенькое у нас. Ну что тут, 8-13, если считаю, ерунда полная. Вот это вроде бы неплохое, 13-15. И у барышни у нашей 8-9. Ну, в принципе, так я и думал. Ну, давайте, последнего убивайте. Все. Теперь мы тут лутаем все. Немного подкрасить, поставить цветы. И тогда здесь будет... А, неважно. Он уже здесь хотел якобы предложить точку сбора. Ну, типа, обустроить это жилище. Ух ты, а это кто у нас такая? Меня спасли? Ну, надеюсь. Ну, дальше-то что-нибудь будешь говорить или нет? А мне казалось, что это конец. Я мало что могу тебе предложить, но все, что есть, ваше. И все, ребята, вот мы и спасли заложника. Ага, направление верное. Да, она нам дала лишь какой-то доисторический фотоаппарат, от которого нам толку никакого. Ну, я думаю, что мы еще здесь с вами раз, два, три, три этажа пробежимся, что-нибудь да полезное для себя найдем. Ну, давай, 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 убивай. Отлично. Все, последний у нас тут рейдер остался. Сейчас мы его хлопнем. Ну, давай, елки-палки, что ты тупишь? Отлично. Будь у меня шестое чувство, оно бы сейчас зашкаливало. А почему? Что тебе здесь не нравится или что тебя тут смущает? По-моему, все очень даже пока хорошо у нас идет. Так, мы перебрались на второй этаж. О, спасибо. Я так здесь давно торчу. Даже не знаю, что бы со мной они сделали. Это все, что я могу вам предложить. Ну что же, это довольно-таки неплохо мне предложило. И опять же спасти заложника. То есть задание-то еще не выполнено. Тут их будет много. Ой, погоди, 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 продолжаем. Да елки-палки, этот... Не успел я залутать вот этот шкаф. Или полка, как ее назвать. Ладно, с этими охламонами мы сейчас закончим. Дай-ка я тебя подлечу, родная моя. А то как-то ты себя не ахти чувствуешь. Так, Жерих, ты как там, нормально себя чувствуешь? Ковбой ты наш. Вот, так-то оно будет получше. И уровень она получает. Почему я соглашаюсь этим заниматься? А потому что я тебя заставляю. Я твой командир. О, чертеж дождали нам. Хорошо, идем дальше. Здесь у нас еще три охламона. Три смертника. И я так думаю, что здесь будет у нас, наверное, еще заложника два или три. А ну-ка. Упал. Что-то мне вот рожа его знакомая, да? Кого-то напоминает. Боярского какого-то. Так, ну что же, забираем здесь все. Покажем этим соплякам, как действуют жители убежища. Да, я думаю, что они все уже знают, как мы действуем. Мы действуем очень жестко, бескомпромиссно. Как говорится, кто не с нами, тот против нас. А кто против нас, тот уже давно лежит в сырой земельке. Вот чего и требовалось доказать. Забираем. Ну-ну-ну, вот так вот. Лифт где-то посередине. На нем, что ли, надо было ехать, нет? Тут тишина. Хорошо, вот еще здесь лифт есть. И у меня, и у меня. Чего у тебя-то? Подгузники намокли у тебя там. Я больше других просто выражений не нашлось. Ага, еще рейдеры. Так, давай этого снесем. Ну у тебя же такой нормальный ствол. Чё ты не можешь никак ее забомбить-то с первого выстрела? Давай ты не бегай, не рассусоливайся. Все, молодцы, справились. У тебя готовые завтраки с собой есть? Вкусные, хрустящие. Да, завтраки ему. Проголодался, что ли? Ты еще даже толком ничего не сделал. А уже голодает. Забираем. Лифт. Так, и переходим вот сюда.
Че, все, больше заложников не будет? Да нет, будет, ребят, потому что задание-то еще. Хотя нам нужно остановить рейдеров. Ну да, двух заложников мы спасли, и теперь надо всех поубивать. Значит, здесь у нас будет, по идее, глава рейдеров. Где-нибудь, наверное, вот на четвертом этаже. Сбитые она выделывается, а? Смотри. Черт подери. Ну, все. И нет, ребята, задание не завершено. Нам придется идти вот сюда. 628 крышек уже насобирали. Так, погоди, как здесь вот мы пропустили? Как это так? На броню тем более черчешь. Так, две девчонки у нас здесь себя чувствуют свободно, спокойно. Почему-то никуда не убегают. Наверное, их не дом здесь якобы. А вот, наверное, и глава у нас здесь, да? Да вы шутите. Теперь лохов даже искать не надо. Они сами ко мне идут. Бей его, парни! Да ты приколюхой занимаешься, а? Лохов нашел, а? Ты посмотри. Не, ребят, мы такое оскорбление потерпеть не можем, согласитесь. Сейчас мы его... Так, слушай, давай-ка, родной, вот этого бомби. А то я смотрю, он тут раздухарился что-то. Ну? Осталось-то совсем немножко. Да чё... Во! Бомбанули. И последний тут остался. Последняя жертва. Ух ты, какой-то костюмчик взяли. Ну что же, теперь мы уже сделали задание, и можно, в принципе, отправляться отсюда прочь. Но до пройти этаж все равно надо бы. Так что поехали. Так, очередные смертники. Давай этого вот так, двукратным уроном. Сразу же готовченко он. Ну что же вы так долго? Блин, надо им развивать этот, ребят, как вы там говорили? Ловкость, да? Ловкость, чтобы как можно быстрее стрелять. Без остановки. А то что-то как-то все это дело затягивается у нас. Ух ты. 1265 крыжек. Самое то, что надо. И здесь пустота, вообще ничего нету, даже полутать не можем. Все, возвращаемся. Сколько, интересно, они потребуют у меня крыжек. Ой, этих крыжек, бутылок. За возвращение. А у меня, по-моему, ни одной и нету. Придется им бежать. Скорее всего, так будет дело обстоять. Дойти мгновенно, 4. Ладно, пока не будем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, отлично. Ох ты, две бутылочки получили, итого у нас их 5. Это уже хорошо, ядер кола у нас прибавляется. Где этот? Вот он стоит, на-ка. Успел я все-таки его подметить. Так, и у нас с вами еще одна бригада здесь стоит, которая испытание игровое шоу. Так что давайте будем смотреть. Там, насколько я помню, лут не особо большой. Вроде бы все заключается в колле. Ответьте на все вопросы, значит. Ага, такое задание у нас уже примерно уже было. Пойдемте отвечать на вопросы. Ну, эти ребята у меня, сами видите, довольно хорошо вооружены и одеты неплохо. Так, ну что, задавай вопросы свои. Добро пожаловать на викторину «Потеряй голову». Отвечай на вопросы правильно и получай крышки. Если дадите неверный ответ, то потеряйте голову. Все легко и просто. Ну давай, ладно, я готов к твоим вопросам. Как братство Стали прибыло в сотрудничество? Так, вот это ты меня озадачил, парень. Так, на бронепоезде, на летающем корабле, на авианосце, на ослах. На тысяча слов. На бронепоезде, на летающем корабле, на... Слушай, это вообще какой-то бред. По-моему, здесь вообще нету правильного ответа. На авианосце, на летающем корабле. Так, по-моему, вот этот вот. И? Что вы припухли-то? Неверно, неверно. Похоже, вам придется потерять голову. Да я, ребят, говорил, что здесь, по-моему, нету правильного ответа. Ну, не на тысячу же осла. Хотя, может быть, ради Стёба можно было бы и этот ответ выбрать. Такой делаш. Босс, не смотри, в пиджачке. Ну, видимо, ведущий викторины, якобы.
Нужно выглядеть подобающе, ну и, соответственно, сдохнуть тоже подобающе. От огнестрела в голову. Ну, давайте последнего-то уж. Что ты стоишь-то, а? Все, молодцы, ребята, справились вы здесь. Какие-нибудь хорошие шутки, знаешь? Ага, ты все шутки свои просишь. Давай сейчас как-нибудь без этого. Нам нужно отвечать на вопросы. Тут кто еще? Ага, крысы выбежали, ладно. Так, погоди, нам нужно с тобой вот этого вот убивать в первую очередь. Иначе он будет вызывать еще крыс. Ну, дашь ты жару или нет? Все, молодцы. Лутаем. Ух ты, на оружие получили. Двигаемся далее. Следующая викторина, я уже вижу. Начинаем второй раунд. Кто из братства стали укрылся в здании Кембриджского полицейского участка? Да вы охренели, что ли? Да откуда я знаю? Паладин Данс, Скриптор Хейлин. Паладин Данс и Скриптон Хейлин. Осел. Ну, явно не осел, блин. Может быть, паладин? Ой, ребят, я тут просто... Давайте вот так вот сделаем. Да, они оба были там. Ну, неужели? Неужели я что-то ответил правильно? Сколько дали-то? Ну, почти 500 крышек. Кто из нас будет главным? Я голосую за себя. Это уже мы проходили. Так, хорошо. Давайте с вами переходить. Тут здание трехэтажное. Да елки-палки. Как же меня вот это вот приближение удаления бесит. О, еще на оружие взяли. Отлично. Так, погоди, погоди. Залутать, дай мне залутать вот этого хомяка. Давай, возвращайся. Вот. Крышки лишними не бывает, еще раз повторюсь. Блин, а эти ребята у меня сюда шли, если не ошибаюсь, аж 14 часов. Я представляю, сколько они будут бежать у меня обратно. Ага, следующее. Начинаем третий раунд игры. Потеряй голову. Какой продвинутой технологией пользуются многие бойцы Братства Стали? Так, силовой броней, винтовками Гаусса, роботами и Да что вы все про слов-то про этих идиоты? Слушайте, у них я помню, что, по-моему, была силовая броня. Ну и винтовки тоже вроде бы были. Слушайте, и роботы у них были. Убраться стали. Давай силовой броней. Отлично, вы переходите в следующий раунд. Ну, я уже прям знаток какой-то стал. Так, ратпаки. Ну, привет. Поехали, ребят, с вами дальше. Я думаю, что нас ожидает еще один вопрос. Этих мы сейчас распинаем. Наверное, на третьем этаже это все дело будет, последнее. Готовы. Лутаем. Конечно же, надо все залутать здесь. Так, уровень получает. Переходим с вами дальше. И здесь никого. Нет тут никаких воплей, не надо придумывать. Тут заложников нет, тут у них викторина, видите ли. И мы с вами отвечаем на их вопросы. Надо же, да? Мирные рейдеры какие-то. Ну, если ты отвечаешь на правильно на их вопросы. А теперь последний раунд. Что искало Братство Стали в штаб-квартире Mass Fusion? Так, ядерный мегазаряд. Слушайте, они, по-моему, искали ядерный мегазаряд. Ну не голову уже, елки. А может быть, да нафиг, давайте ядерный мегазаряд. Ну почти, только совсем не так. Пора вам, да какого лешего-то. Почти. А что они там искали, голову что ли, блин? А зачем вам голова-то нужна была бы? Я вот лично ума не приложу. Ну по идее все равно здесь должен быть правильный ответ. И тогда он, наверное, дал бы нам очень большую кучу крыжек. И мы были бы довольны. Ух ты! Ух ты! Что мы с вами получили, ребята? Ха-ха. Бокс! А бокс это всегда хорошо, это всегда приятно, потому что из него может выпасть все, что угодно. Это такой вот бокс непредсказуемый. И у нас с вами еще две комнаты, по-моему. А может быть три. Так, тараканы. Это все щенки. Лутануть нет таракашки? Нету. Побежали с вами дальше.
Здесь тишина. Изолента нам достается. И последняя маленькая комнатушка, где... где у нас тараканы? Вот здесь я не забрал, здесь не добрал. Как-то я так пропустил все это. Видимо, на радостях, блин. Ну дайте мне таракана-то лутануть. О! Вроде бы как все. Да. Можно возвращаться домой. Сколько сейчас они потребуют крышек? Я даже не... Ух, вот это хорошо. Если где-то штучек 5, я, наверное, все-таки потрачу только из-за того, что у нас с вами бокс в руках. Я его хочу как можно быстрее открыть и посмотреть, что у нас там будет. 5. Ладно, соглашаюсь. Бежим. А так, нихера себе, там 9 часов. Собираем все. Так, нет, братишка, тебе, наверное, придется все-таки 23 часа бежать самому. Да. Ох ты, бронебойная снайперская винтовка. Неплохо, я считаю. Тут уже просто снайперская винтовка. Тактический хламотрон. Слушайте, 15-19 довольно неплохо. Но, насколько я помню, эта штука бросается всяким хламом. Ух ты, сфокусированный плазменный пистолет. Слушайте, я доволен. Доволен такими чертежами. Так что мы сейчас с вами... будем вскрывать бокс, который мы заработали. Так, у нас что там по этому, надо посмотреть. По складу. О, слабо, слабо, очень мало места. Давайте-ка, наверное, что-то с вами про... тяжелая кожаная броня. Эпическая, ребята, все-таки. Ну, давайте, наверное, вот эту броню мы с вами продадим всю. Так, и вот это, скорее всего. Так, потом вот это. И вот это. Ну, давай вот это продадим. Сколько? 65. То бишь, 20 шмоток мы еще сюда можем уместить. Ну, а теперь вскрываем бокс. Поехали. Да ладно, хлам. Сразу с хлама начинается. О, 500 крышек. Костюм, блин. Да ну, издевайтесь, что ли, а? Еще 500 крышек. Да, бокс, ты меня разочаровал. Хотя у нас уже 8635 крышек. Это значит что? Что мы можем с вами что-то усилить. Строить нам пока нечего. Все здания у нас построены. Так что давайте, наверное, искать, что можно здесь улучшить. Так, это все у нас улучшено. Вот это, по-моему... А, нет, тоже, смотрите-ка, все у нас пока сделано. 55 жителей нужно. Так, а создать ты что можешь на данный момент? Вот это что означает? Что у нас... А, что у нас не хватает определенных ресурсов. Ясно. Так, а ну-ка, с водой здесь у нас все, все хорошо. Слушайте, а что ж тогда мы можем с вами улучшить-то, елки-палки? А, вот, склад. Плюс 50. Вот это надо сделать обязательно. Шикарно. По-моему, больше не можем, да? Все, отлично. Так, столовочка. Ага, три. Три комнаты нужно. Но у нас это не получится. Потому что у нас не хватает там места. Так, погоди, 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 погоди. Где ты? Где ты, о, лух? Покажись. Блин, ну по интонации где-то вот здесь должен быть по звуку. Ну, не вижу я, ребят. Вот он. Успел, успел я его, а? Крышки заработали. Одна кола у нас с вами осталась. И продолжаем улучшать какие-нибудь здания. Так, давайте-ка вот здесь глянем. 2000. Медпункт. Плюс 4 еще будет. Давай сделаем. Тогда и ратпаки сделать надо. Это оружейная мастерская, это не то. Вот. Все, и все крышки, считай, потратили, ребят. Мы с вами. Ну что же, там до следующего. До следующей постройки. Что нам нужно-то? Давайте посмотрим. Медпункт, там, лаборатория. Что у нас закрыто с вами? 40 жителей нужно. Гостиная. Потом мастерская тем.
игровая комната. В общем, 40, 42, 45. Нам нужно до 45 жителей дойти, но это очень много. А эти-то у меня хламоны работают, где они? На рации-то. Сколько там? 1 час 42 минуты ждать? Комната полностью улучшена, вот даже как. Ясно все. Слушайте, ребят, если честно, я не помню, эта комната у нас одиночка или ее можно все-таки объединить в 2 или в 3? Кто знает, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Тогда я ее немножко перестрою где-нибудь вниз и объединю. Просто сам уже, честно говоря, не помню этого. И давайте, наверное, смотреть, какое у нас задание будет следующим. Так, эти у нас возвращаются. Забота о животных. Ой, ну тут слишком все долго. Свежие ротаракан. А, сбежавшие. Свежие. Сбежавшие, конечно. Свежие, блин. Тут специальные специи. Ну, давайте тогда, наверное, жучиная охота. Давайте ставить тогда, которая самая максимальная у нас по времени. Пускай бегут. Мы уже с вами в следующей серии куда зайдем, чтобы они уже были на местах, и мы с вами спокойно продолжали выполнять задание. Так, я думаю, столько хватит нам. И вот так вот. И пускай они... Значит... Ай-яй-яй, что я сделал? Что я сделал? Блин, а, нет, все нормально. Начинают задание. Бегите, орлы мои, на жучиную охоту. Ну, а так как у меня, ребятушки, нет в данный момент армии, которую я мог бы послать, да я ее не могу послать, потому что мы всего с вами можем делать две заходки. У меня одна кола, значит, я того братишку вернуть не смогу в данный момент. Эти у меня тоже будут бежать еще, ух, как долго, 6 часов. Этот вообще сутки будет бежать, но зато с какой добычей. Ух ты, столько крышек получим при продаже этого хлама. Так, а ты у меня с буквой П, фиг ли ты тут делаешь-то, а? Ты должен идти вот сюда. Где? Вот он. 130, маловато. Ну и как бы, наверное, ребята, на этом я буду завершать, наверное, свою серию. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся в следующем выпуске. А на этом все. Всем пока и до новых видосиков. Удачи вам.